Всем привет! Меня зовут инструктор Счастливый. И сегодня мы поговорим о АГС-17. Автоматический гранатомет станковый. Уважаемые стрелки, сегодня я опять буду вести данное видео и обзор АГС-17 с бойцом одного из подразделений. Он же у нас и стрелок, блять, и оператор, и просто хороший человек. Веном, приветствую тебя. Смотрите, уважаемые стрелки, вот я говорил, век живи, век учись. Получается, данный боец у нас, Веном, уже видео мы полноценно отсняли с утесом. Полноценно сняли видео с втурами. И сейчас АГС-17. Люди, бойцы должны быть взаимозаменяемы. Данный человек уже пилит третий обзор совсем на разные стрелковые виды снаряжений, оружия. Так что, Веном, сегодня опять за тобой слово. Давай-ка, пожалуйста, расскажи, что сегодня у нас будет в обзоре. Сегодня мы поговорим о тактико-технических характеристиках АГС-17. Как правильно его переводить из походного положения в боевое. О двух видах ведения огня: настильная стрельба и мортирная. Самое сложное у нас будет это мортирная стрельба, да, правильно? Да, там самое сложное. Ну и об общих особенностях работы с данным АГСом. У нас еще немножко АГС и отличается. Это 17-й немножко отличается от других. Вот эти все нюансы, все тонкости давай полностью обговорим. Хорошо. Ну что, уважаемые стрелки, поехали! Начинаем установку АГС. В общем, устанавливаем станину таким же образом, как устанавливаем станину на утес. Раскладываем три лапы. Далее переходим к самому АГС. Достаем его из чехла. Веном, сколько тела весит АГС сразу, АГС-17? 18 килограмм тело весит. 18 кило. Да, станина весит 12 килограмм. Угу. Далее, обратите внимание, здесь есть так называемые направляющие. Вот они. Здесь есть салазки. АГС устанавливается под углом примерно 45 градусов. Наклон вниз сделали, установили. Да, оттягиваем контровочную чеку. Видите, не до конца чека зашла. Это нормально. Чуть-чуть приподнимаем АГС вверх и вниз. Все. Все встало. Раскладываем ручки. Они оттягиваются, складываются и раскладываются таким же образом. Дальше переходим к установке прицела ПАК-17. Это штатный прицел. Да, получается. Это штатный прицел. Здесь есть специальный механизм. Нажимаем на него, и угломер у нас позволяет, короче, крутиться на 360 градусов. Нам нужно сделать его в положение 30-0. 30-0. Ага. Выставляем. С этой стороны у нас механизм крепления. Нажимаем его до конца и устанавливаем прицел. Оп, установили. Далее открываем крышку приемника. Подготавливаем улитку. Подготовили. Вот эта крышка при установке должна открыта быть. Устанавливаем улитку при помощи данного зацепа. Вот сюда. Вот он у нас зацеп вот так вот. Вот, да? Зацеп. Угу. Вот его сюда. Давай. Все. Открываем улитку. Извлекаем первый вок. Первый вок у нас должен лечь на этот уровень. Не посередине, а именно сюда. Первое звено пустое, обязательно. Угу. Закрываем крышку приемника. Крышка приемника закрывается без усилий. Все, она закрыта. Не надо ее заколачивать, бить по ней, это гранаты. Закрываем крышку улитки, чтобы сюда не попадал мусор, дождь, всякая грязь. Итак, поговорим немного о тактико-технических характеристиках данного гранатомета.
АГС-17. Его прицельная дальность обычным ВОГом, ВОГ-17М, это 1730 метров. Разлет осколков от 5 до 7 метров. Сейчас выпускают специальные дальнобойные ВОГи, усиленные. Они летят до 2223 метров, аж вот так. И разлет осколков у них усилен уже 10-12 метров, убойная сила осколка. Вот, вес самого АГСа, вот самого АГСа без улитки, прицела и станины, 18 килограмм. Вес снаряженной улитки 29 ВОГов, 14,5 килограмм. Вес прицела 1 килограмм и вес станины 12 килограмм. Еще, пожалуйста, Венум, скажи, расчет АГСа, сколько человек? 3 человека, расчет АГСа. Но в реальных условиях он бывает увеличивается из-за того, что нужно тащить до хрена быка. Это понятно. Итак, мы установили АГС, и сейчас мы поговорим о том, как приводить его к нормальному бою в боевых условиях. Тогда, когда нет возможности повесить выверочную мишень и сделать холодную выверку. Значит, находим удаленную цель. Чем эта цель, по сути, дальше будет находиться и в зоне видимости, тем лучше. Примерная дистанция 500-600 метров. Примерная дистанция. Точно отбиваем дистанцию до цели. Нам нужно точно знать, сколько она от АГСа находится. Дальше при помощи прицела, я чуть позже покажу, как прицелом пользоваться, там есть галочки. Возле каждой галочки есть циферка. Эта циферка обозначает сотню метров. Находим соответствующую галочку, наводим ее на цель и производим выстрел. Фиксируем, куда попала граната. Дальше мы расслабляем контролочные болтики на данном прицеле. Ага, вижу. И, по сути, подводим прицел при помощи вот данного механизма именно на разрыв. Контролочные болтики фиксируют вот данную, данный барабанчик, по сути. Вот он раздельный становится. Передним механизмом мы подвели прицел той галочки с цифрой, которая нам необходима, на точку разрыва. На данном циферблате, вот так назовем, выводим все значения в ноль. Чтобы было здесь ноль и вот здесь ноль. Угу, есть контакт, видим. Угу. Эта пристрелка, по сути, происходит в полевых условиях, по удаленной так называемой точке. Итак, переходим к самому прицелу ПАК-17. Как им пользоваться и что куда крутить? Первое. Обнаруживаем дистанцию до цели, которая нам необходима. Находим данную дистанцию на таблице поправок по дальности. Вот здесь посередине у нас идут, по сути, дальности от 50 метров и до 1730. С правой стороны эта таблица в тысячных для стрельбы на стильной траектории на всем протяжении до 1730 метров. С левой стороны это тысячные для стрельбы мортирно от 1000 метров до 1730 метров. Итак, мы обнаружили дистанцию, например, 1150. И нам необходимо выстрелить, к примеру, настильно. У нас здесь будет 2.37. Вот здесь немножко зачеркнуто, но по сути видно. Ага. Куда это вводить, эти значения? Есть здесь такой циферблат, назовем его рубли. Вот эти маленькие значения, это будет у нас копейки. В одном полном обороте у нас 100 тысячных. Так называемый получается один большой рубль. Демонстрирую. Полный оборот. И ноль. Мы сделали полный оборот. У нас большой циферблат сдвинулся на один. Нам нужно выставить 2.37. То есть мы выставляем два больших. Два больших рубля. Да, и 37 копеек. То есть мы делаем еще один полный оборот. И 37. 30. Посередине у нас между десятками идет пятерка. И еще два клика. Да. Угу. Все. Обратите внимание, что прицел наклонился вниз.
уровень вот этот ушел. Ага. И сейчас мы будем поднимать АГС до такого уровня, пока, до такой степени, пока уровни не сойдутся здесь посередине. Вот это наша основная главная задача. У нас должен как этот уровень сойтись, так и это, да? Да, горизонтальный уровень мы будем при помощи другого механизма регулировать. Угу. А вертикальный при помощи основного барабана. Вертикальной наводки. Отлично. Ну что, начинаем поднимать? Да. Итак, переходим к тому, что мы поднимаем АГС до необходимого уровня. При помощи основного барабана вертикального наведения мы поднимаем АГС, пока пузырек, воздушный пузырек на данном уровне не станет посередине. Вот он потихоньку выравнивается, уже вижу. Все, он посередине. Обратите внимание, что при настильной стрельбе необходимо также регулировать и горизонтальные поправки вот данным пузырьком. Вот здесь есть механизм тонкой наводки. Механизм тонкой наводки? Да. Угу. Принцип простой. Куда пузырек ушел, например, вправо, туда мы его и крутим. То есть в данном случае нам нужно его крутить вправо. Он, получается, только на одной станине идет вот такой механизм. Да. На правой станине он идет. Вот сейчас мы сделали несколько оборотов, и у нас пузырек ушел немножко левее. Сделаем пол оборота влево. Еще чуть-чуть. Отлично. Уровень посередине. Но смотрите, то, что вертикальный пузырек вертикальной наводки, так его назовем, да, он опять немного сместился. Задача сделать так, чтобы и по вертикали у нас пузырек был посередине, и по горизонтали. Если в боевых условиях не хватает времени на это, самое главное — пузырек вертикальный. Потому что горизонтальный вот этот пузырек мы легко можем ввести поправки по факту уже, по факту разрыва. Сейчас мы рассмотрели способ наведения на цель при помощи таблицы превышения, которая расположена на АГС-17. Данная таблица позволяет вести стрельбу как с открытых позиций, когда мы видим по сути противника, так и с закрытых позиций, когда перед нами небольшой холм, куст и тому подобное, но при этом понимая, где находится противник, зная направление на него. Сейчас мы перейдем тоже к настильной стрельбе, но способ прицеливания будет непосредственно через сам прицел АГС-17. Для этого нам нужно необходимо вывести прицел изначально в ноль. И рубли, и копейки. Так, вот копейки вижу, ноль, и рубли. Ноль. Все, также ноль поставили. Так, вывели в ноль. Опускаем АГС в горизонт. До того момента, пока вертикальный уровень не сойдется посередине. Есть. В данном прицеле расположена сетка от 100 метров до 700. То есть до 700 метров, по сути, можно вести прицельную стрельбу по целям. Просто по сетке, как по сути с автомата или с пулемета, то есть галочка, рядом цифра, эта цифра обозначает сотню метров до цели. Находим цель, выясняем необходимую дистанцию, смотрим в прицел и необходимой нам галочкой с цифрой рядом поднимаем АГС до нужной величины. До того момента, пока галочка с цифрой не окажется на цели. Итак, мы переходим к стрельбе настильной траектории. Первая задача – обнаружить противника в прицел. Смотри. Так, мы уже приблизительно поняли, где у нас находится противник. Я обнаружил. У меня сейчас скала стоит на четверке. Мы знаем, что до противника у нас 780 метров. Что я делаю? Твоя задача – подвести изначально его назначение 7, треугольник с цифрой 7. Но так как мы знаем, что противник находится дальше 700, мы крайний треугольник поднимаем еще выше, примерное назначение между шагом двух треугольников вот этих. Двух треугольников. То бишь я сейчас делаю, получается, по
вертикали поднимаю семерочку. Да. И еще получается приблизительно два шага делаю. Да, примерно так. Сделал. Так. Здесь я у нас получается по горизонту сейчас выставил. На стопора поставил. Сделал. Стопор вертикальной наводки. Вот здесь с правой стороны находится стопор вертикальной наводки. Так. Тоже зафиксировал. Зафиксировал. Все. Есть. Вот здесь с левой стороны находится переводчик огня. Автоматический, одиночный. Это не на каждом ЦГС, правильно? Нет, не на каждом АГС. В принципе, стрелять отсечкой по одному выстрелу очень просто. У него скорострельность достаточно маленькая. Один выстрел, все, просто убрал руки. Один ВОК ровно вылетает. Делаем сейчас пристрелку к цели. Для того, чтобы сэкономить быка, в данном случае у нас она цель явная видна. Делаем один выстрел. Производим. Так, взводим, правильно? Да. Ты мне до этого показывал, мне Вену показывал, здесь самое главное. Оттягиваешь и резко опускать. Объясни, для чего это сразу, чтобы продолжать это самое. Да. Резко оттягиваем и отпускаем, не сопровождая, потому что если мы будем сопровождать, то механизм у нас весь заклинит. По сути, как на автомате у нас происходит. Как это делается? Сделали, и здесь обязательно резко опустить. Итак, скажем так, стойка либо положение для стрельбы с АГС. Многие показывают, что нужно наваливаться на АГС, что он там пиздец как скочит. Ну я именно вот так думал, что вот прям вот так нет, надо нет, наваливаться. Это делать далеко-далеко не обязательно. В некоторых случаях даже неправильно. Когда вам нужно точно в цель попасть, вот так наваливаться не нужно. По одной причине, потому что в момент наваливания на АГС у него задняя часть уходит вниз, ствол поднимается выше. То есть, грубо говоря, вы прицелились, а потом сами своим же весом сбили наводку. Здесь у нас специально уровни для этого есть. Особенно это будет явно, когда грунт мягкий. То есть вы, грубо говоря, прицелились, навалились, задние лапы ушли в грунт, точка прицеливания ушла. Вы выстрелили вроде цель, а у вас получился перелет. АГС не имеет прямо сильной-сильной отдачи. Сегодня мы в процессе это покажем. Главное, нужно знать, как правильно стрелять и восстанавливать точку наводки. Не нужно там, как шалолелый, долбить в него, блядь. Это то же самое, как с автомата, да? Ты там можешь очередями с отсечкой по 3, по 5 стрелять, например, одиночно. То же самое, как у нас с утеса было. Да. То есть нужно понимать, как правильно вести огонь с него, чтобы получалось стабильно попадать. Опять же, это не значит, что наваливаться нельзя, да, сейчас там критики начнут говорить, блядь, я так всегда стрелял и попадал. Ну вот я упорчик сделал, получается, да. Все, стою на коленях, маленький упорчик, я не наваливаюсь всем телом, да. Вот, парни, коленки. Вы понимаете, поймите правильно, если вы стреляете вот так вот с наваливанием и попадаете, ради бога, главное, чтобы вы попадали. То есть нет такого, что так прям пиздец сделать нельзя, а вот так будет правильно. И вот так только делайте. Делайте, как вы попадаете, но имейте просто в виду, что точка прицеливания у вас будет уходить. Так, сейчас мы еще снимаем с предохранителя. Да. У нас получается с левой стороны переводим, получается, флажок переводчика огня в огонь. И делаем один пристрелочный выстрел. Так, правильно? Точно. Давай, выстрел. Так, смотри, быстренько сразу. У нас 780 метров. Сколько у нас приблизительно до туда будет лететь ВОК? Смотри, скорость полета ВОКа 185 метров в секунду. То есть секунды где-то 2-2.5, он будет там лететь. Так, делаем пристрелочный выстрел одиночным огнем. Выстрел. Выстрел пошел. Ждем. Недолет. А, я, смотри, сразу увидел, что у нас недолет приблизительно около 25 метров, и у нас ушло вправо. Уважаемые стрелки, сейчас получился у нас один пристрелочный выстрел на 780 метров. У нас недолет около 25-30 метров и ушло 10 метров вправо. Мы сейчас что делаем? Первое, расслабляем стопора, правильно? Да, сейчас расслабляем стопора вертикальной наводки. Раз. Горизонт также? Или пока вертикаль? Нет, пока мы поднимаем АГС примерно на ту дистанцию, насколько у нас недолет. Так, понял. Смотрю. Так, вертикаль поднял. Есть, фиксируй. Фиксирую стопор. Дальше. Мы расслабляем угломер на ПАК-17. Расслабил. Твоя задача подвести угломер поворотом либо от себя, либо на себя по ситуации на разрыв. Мы подсъем сделаем. То есть, грубо говоря, у тебя разрыв ушел вправо, твоя задача сам прицел, не АГС, сам прицел повернуть на разрыв.
чтобы разрыв... Не АГС, а сам прицел. Сам прицел, чтобы у тебя прицел, маркер попал на разрыв. Дальше ты угломер фиксируешь, угу, и уже управляешь самим АГСом. То есть также возвращаешь на точку прицеливания. У тебя АГС, грубо говоря, сейчас немножко будет смотреть левее, и тем самым мы компенсируем уход вправо. Веном, сейчас я сделал полностью поправки, и сейчас опять получается делаем один одиночный выстрел. Да, все верно. Под огнем делаем опять один пристрелочный выстрел. Выстрел. Так, полетело, смотрим. Прилет лезть. Мы, смотри, получается, прямо мы практически дальше сделали, но нам надо еще подвинуть метров на 30 все-таки вперед. Да, да. Все, делаем все то же самое, но только сейчас у нас получается по вертикали. Да, все верно. Отлично. Делаем выверку по вертикали. Мы пристрелялись к цели, поняли, что мы попадаем примерно в сектор, где находится противник. Сейчас переходим к работе очередями. Наша задача накрыть сектор противника. То есть этот гранатомет работает по площадям. Это не снайперская винтовка. Ей не нужно в одну точку постоянно лупить. Мы накрываем сектор. Итак, переводи режим огня в автоматический. Так, я перевожу вперед. Да. Планец готов. И делай очередь с осечкой на 3 выстрела. Очередь делаем с осечкой на 3 выстрела. Работаю. Ну все там, в принципе. Может быть еще около 10 метров подвинуть, но да, в принципе да, все да. Там. Вот смотри, сейчас, грубо говоря, можно даже прицел не смотреть, чуть-чуть приподнять. Угу. Чуть-чуть приподнять, стопор расслабь. Угу. Чуть-чуть буквально приподнимаешь, буквально все. Десл. Да. И стопор ставлю, ставлю. Да. И опять очередь херачит. Так, работаем, еще раз херачим. 3 выстрела. Я не наваливался. Оно все там. Отлично. Все. И контролируешь стрельбу, по мере необходимости вводишь корректуры лево-право и по вертикали. То есть, если у тебя, ты видишь то, что в процессе стрельбы АГС начал долбить, скажем, дальше, то есть произошла усадка, либо он наоборот переднюю лапу закопал и он начал долбить ниже, сразу же подводишь механизмом вертикальной наводки поправку и продолжаешь вести огонь. Твоя задача держать область вот эту под огнем. Принял. Итак, сейчас мы произвели очередь из 3 выстрелов, накрыли цель в данном секторе. Сейчас переходим к стрельбе длинными очередями по 5-7 выстрелов. Угу. Еще раз, на съемке будет видно, что рассеивание при такой стрельбе незначительно. Разрыв одного лога от другого отделяется 5-6 метров. Это его естественное рассеивание, которое инженеры заложили в данный гранатомет, для того, чтобы накрывать прямо весь сектор необходимой стрельбы. Уважаемые стрелки, за нами стоит, получается, оператор БПЛА. Мортирная стрельба у нас будет тоже с оператором БПЛА. И потом с камеры БПЛА вы полноценно увидите, как мы отрабатываем с ВОГа по данной мишени. Сейчас идет у нас стрельба, длинная очередь, не наваливаюсь. Потом обратим внимание, как у нас будет съемка с БПЛА, что у нас пошло по рассеиванию. Делаю 5-7 выстрелов очередь. Внимание! Работаем! Ну, оно все там. Итак, мы произвели стрельбу по противнику длинными очередями. Условно поразили его, противник уничтожен. Теперь наша задача быстро покинуть позицию, сменить ее. Один человек хватает ленты. Обязательно не проебывайте их, это дефицит большой. Дефицит. Дальше. Первый номер. Хватает АГС за ствол. Не бойтесь, ствол не раскаляется, это не утес. Но все равно нужно быть в перчатках. Второй номер. Хватает за две задние лапы, не за стопора. Не за стопора. Потому что стопора открываются вверх. И грубо говоря, когда вы его поднимете, у вас лапа одна разложится. Потом нужно будет дрочиться при установке его. Опять там выставлять его больше. Показываем. Взяли и понесли. Итак, мы переходим к мортирной стрельбе. При мортирной стрельбе основное — это корректировка.
ввод корректур в данный прицел и работать с него. Корректура производится основными двумя способами. От точки прицеливания север-юг, запад-восток. Для этого нужен Alpenquest, либо карта бумажная, чтобы было от чего отталкиваться, чтобы мы видели на карте точку, куда мы прицеливаемся и куда ушел разрыв от нее. Дальше мы делаем корректуру, считаем, вводим. И второй способ, когда данную процедуру производит оператор БПЛА. Он уже передает данные расчету АГС, уже посчитанные в метрах. То есть делается тоже от точки прицеливания, то есть от цели. Тебе говорят, куда у тебя ушел снаряд. Дальше 50, влево-право. Влево 50, например. Дальше 50, влево 50. И то есть, зная это, мы уже вводим поправки в угломер и прицел. Прицел по дальности, в угломер лево-право. Сейчас я буду объяснять именно самый простой способ, когда за вас оператор это все считает. Работа с Alpenquest'ом будет отснята отдельно и более подробно по ней рассказан. Итак, поехали. Изначально мы узнаем, на какой дистанции цель. Выясняем. Это выполняется при помощи нескольких способов. Либо изначально тебе говорят направление на цель, азимут и удаление до цели. Второй способ. Мы находим эту цель при помощи координат, которые также передают по радиосвязи на карте, либо Alpenquest'е. И по Alpenquest'у, либо по карте отбиваем дистанцию до цели. То есть наша задача узнать направление на цель и дистанцию до нее. Мы узнали дистанцию до цели, к примеру, она является 1000 метров. Вот здесь. Правая сторона таблицы используется для настильной стрельбы. Левая для мортирной стрельбы. Вот сейчас мы будем использовать вот данную шкалу. 1000 метров. Мы видим, что написано 11.67. Вводим 11.67 в данный прицел. Так называемый 11 рублей 67 копеек. Поехали. Ручку в бок убрал, чтобы было удобно все делать правильно. Она все легко непринужденно да. Это все делается. Обратите внимание, прицел у нас сейчас наклоняется. 11, 67, 65. Раз, два. Все, и теперь нам необходимо поднять АГС до такого момента, чтобы уровни здесь сошлись по вертикали. Начинаем. Бывает вот такой момент, когда вы выставили АГС для настильной стрельбы, вертикально его поднимаете и не хватает вертикальной доводки. В таком случае мы переднюю лапу расслабляем и передней лапой регулируем, то есть даем запас хода данной регулировки. Итак, мы выставили АГС на работу мортирной стрельбой, дистанция 1000 метров. Обратите внимание, какой достаточно крутой угол подъема ствола. Не переживайте, АГС не завалится, даже если вы будете стрелять очередями. Дальше мы это продемонстрируем. Переходим к работе с угломером. Значит, запомните, вот это одна маленькая, скажем, одна копеечка, одна тысячная, на дистанции 1000 метров будет равняться 1 метру. На дистанции 1100 метров 1 метр 100. На дистанции 1200 метр 200 и так далее. То есть у нас километр идет как точка отсчета 1 метр. В данном случае у нас дистанция километр, то есть в угломере 1 метр. Переходим к поправкам. Когда мы выставляем АГС, нужно учесть некоторые нюансы. Первое. У нас ствол нарезной, не гладкоствольный, это не миномет. Так как ствол нарезной, нарезы в правую сторону, снаряд, граната ВОК, закручиваются в правую сторону. Деривация очень сильная, так как полет снаряда очень маленький, 185 метров в секунду. На дистанции 1000 метров это будет 90 метров вправо.
90 тысячных, но на дальней дистанции она тысячная соответствует метру. Что это значит? По возможности желательно учитывать все возможные поправки. Поправку на деривацию, поправку на перемену высот и так далее. Это позволит максимально сузить сектор возможного разлета данных вогов и корректуру производить намного быстрее. То есть даже если вы все правильно выставите, никто вам не дает гарантии, что вы поразите цель с первого выстрела. Так как на земле у нас один ветер, здесь может стоять штиль. А вот наверху, когда мы стреляем мортирно, ветер совсем другой. Мы его не знаем и не можем предсказать. Он может быть встречный, попутный, либо вообще боковой. Поэтому отклонения, как правило, все равно будут. Но, учитывая все поправки, мы сужаем возможный разлет данных вогов. Вог на дистанции 1000 метров у нас залетит на 905 метров. 905-910 метров. То есть достаточно высоко. Это нужно учитывать. Время подлета его будет составлять 27 секунд. То есть с момента выстрела до момента прилета по цели 27 секунд пройдет. Итак, угломер. Мы знаем, что на данной дистанции у нас деривация составляет 90 тысячных. Что мы делаем? Первое. Мы выставляем вешку. Вешкой может выступать любой явный предмет, который вы можете установить в направлении противника. В моем случае, я, как правило, использую небольшой черенок лопаты, мы его выставляем в направлении противника. Он нам нужен для того, чтобы мы понимали, куда нам стрелять. То есть мы работаем с закрытой позицией, противника мы не видим. То есть перед нами это зеленка, дома, неважно что, то есть перед нами препятствие. Вешка является ориентиром, куда мы целимся. Выставляем вешку по возможности от 25 метров и дальше. Чем вы дальше ее выставите, но в зоне видимости, конечно, через прицел, тем точнее будет стрельба. Выставили вешку в направлении противника через прицел. Обнаружили ее, навелись. Значения угломера должны быть 30-0. 30-0, повторяю. Навелись. Дальше в этот угломер вводим поправки на деривацию. Зная, что деривация у нас составляет 90 метров, вводим поправку 90 тысячных. Угломер вправо. 10, 20, 30, 40. 50, 60, 70, 80, 90. Угломер в данный момент у нас ушел от точки нашей прицеливания, от вешки, вправо. Это специальная поправка на деривацию. Дальше мы расслабляем горизонтальный стопор и уже самим АГСом, вращая, наводим АГС на вешку снова. Есть. Фиксируем горизонтальный стопор. Таким образом, у нас получилось, что прицел смотрит от цели правее. То есть, грубо говоря, прицел смотрит правее. Мы АГС расслабили, восстановили точку прицеливания. Теперь прицел также смотрит на противника, а АГС смотрит левее противника. Для того, чтобы когда ВОК покинул канал ствола и начал отклоняться вправо, мы скомпенсировали его. То есть он начнет вращаться вправо, цель, ствол, выстрел, вог закручивается и попадает в цель. То есть компенсируем увод вога на деривацию. Сделали. Дальше. Мы работаем с переменами высот. Зная высоту цели при мортирной стрельбе, мы можем сделать на нее поправку. Это, по сути, делается тоже легко. Итак, переходим к подсчету одной тысячной по дальности. Это очень важно. Это нужно будет для корректуры при любых способах, скажем, корректирования. Либо там дальше, ближе в метрах, либо тебе север, юг, запад, восток. В любом случае нужно уметь считать эту тысячную. Считается она следующим способом. В данном случае у нас дистанция 1000. Берем два ближайших значения. 1000 и 1000, например, 50. И смотрим на вот эти значения в тысячных. Вводим в калькулятор 11,67. Это значение на 1000 метров. И ближайшее 1050 это 11,49. Вычитаем его. 11,49.
Получается 18. Что нам дает это 18? 18 это значит, что вот в шаге на 50 метров между дистанцией 1000 и 1050 у нас ровно 18 тысячных, то есть 18 копеечек. Теперь нам нужно понять, сколько одна тысячная в метрах. Сейчас вы дальше поймете, для чего это нужно. Мы берем опять же шаг 50, шаг 50. 50 делим на 18. 18 это то значение, которое у нас получилось, вычитая одно от другого, вот этих тысячных. Так, поняли, это понятно. И у нас получается 50 метров делим на 18 тысячных, получается в одной тысячной 2,7 метра. Угу. Для простоты мы можем округлить в большую сторону. То есть вначале нам нужно, грубо говоря, максимально сузить круг. То есть если у нас ушло там на 100, на 150 метров по каким-то причинам, вправо, влево, дальше, ближе, нам нужно очень быстро сузить круг. Поэтому мы будем округлять. В данном случае я пока не буду округлять. Я все прям по-правильному расскажу, чтобы вы это все понимали. Запоминайте, что одна тысячная на данной конкретной дистанции у вас будет составлять 2,7 метра. Мы узнали, сколько значит одна тысячная по дальности у нас, в данном случае 2,7 метра. Напоминаю, что на разной дистанции эта тысячная будет разная по метражу. То есть на данной дистанции 2,7 метра, на дистанции 1600, например, это может быть 1 метр, на дистанции 1300 это может быть 1,5 метра. Поэтому одно значение использовать не нужно, его нужно конкретно считать под задачу. Поэтому те, кто торопят АГСников, выставляйся, давай мортирно быстрее, там, за 3 минуты, так, ну, не совсем это правильно, это не работает так. Это прям реальная артиллерия, вот. Нужно считать, выставлять, подготавливаться, если вы не хотите, чтобы АГСник, по сути, накрыл свою же пехоту. Дальше. Узнали, сколько тысячная у нас по дальности, узнали, сколько тысячная у нас в угломере. В данном случае у нас 1 метр в угломере. Одна тысячная, 1 метр. И когда у нас происходит корректура, то есть нам передают по радиостанции, например, дальше 50, влево там 30, например, да, мы должны вот этот дальше 50, по сути, 50 метров, который у нас перелетел в ОК, разделить на 2,7 в данном случае. Мы получим то количество тысячных, которое нам необходимо ввести в прицел. Обратите внимание, что чем дальше мы, по сути, стреляем мортирно, тем значение тысячных у нас уменьшается. То есть на 1000 метров это 11,67. На 1700, самая дальняя дистанция, у нас будет 6,67. То есть идет вниз. То есть, если у нас, по сути, перелет, и нам нужно ближе выстрелить, то значение, которое получилось, когда мы считали, например, перелет 50, поделили на 2,7 метра, у нас там получилось какое-то значение. Мы должны прибавить вот уже к этому значению. То есть получилось, например, у нас там 15. Получилось у нас, например, 15 тысячных. Нам нужно выстрелить еще ближе. Мы 15 тысячных добавляем. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Прицел опять наклонился. Опять поднимаем АГС до такого состояния, чтобы уровни сошлись. То есть по дальности мы, по сути, скомпенсировали, подняв АГС ближе, чтобы ВОК лег ближе. Если у нас ушел ВОК влево, нам говорят, нам сказали 30 влево. Значит, мы вводим поправку 30 тысячных, чтобы прицел повернулся налево. То есть куда у нас уходит снаряд, туда у нас должен прицел повернуться. Затем вводим поправку 30 тысячных. Раз десяток, два десяток, три десяток. Прицел повернулся чуть левее. Фиксируем угломер. Расслабляем фиксатор горизонтальной наводки. И опять прицел направляем на нашу веху. То есть, грубо говоря, у нас веха – это ориентир, куда мы должны постоянно целиться. Мы ознакомились, как посчитать одну тысячную по дальности, как посчитать одну тысячную угломера, куда вводить поправки по дальности и как это правильно делать, и как вводить поправки в угломер, чтобы
АГС стрелял именно в цель, а не уходили снаряды влево либо вправо. Напомню, что веха нам нужна не только для того, чтобы служила ориентиром для поправок. Веха нужна для того, чтобы восстанавливать точку прицеливания. То есть мы выстрелили, воги в полете находятся, они долго находятся, до 27 секунд. За это время стрелок АГСа уже восстанавливает уровни после стрельбы, потому что они уходят. Восстановил и сидит в ожидании командира орудия, пока он ему даст поправки следующие. То есть он уже в готовности вводить сюда поправки, которые ему скажут. Командир сидит на связи с картой, либо с Альпинквестом, и в готовности считать. Если же ему уже говорят готовые поправки, например, ближе 50, лево 30, или там дальше там 100, вправо 40, он быстро начинает считать. Быстро начинает считать, и стрелку АГС он уже говорит готовые результаты, куда и что вводить. Итак, в данном случае, для примера, я буду все показывать один. Вообще работает два человека. Старший расчета, командир, и сам стрелок. Стрелок только выполняет приказы командира. Командир все считает, отдает распоряжение и сидит на связи. Миша Венум. На прием. Начинаю работу. Наблюдайте. Леш. Сейчас я имитирую, что я произвел короткую очередь, выстрел по противнику. И начинаю доклад корректировщику. Миша Венум. На приеме. Дал короткую из трех вогов. Подлетная 27. Наблюдайте. Принял. 27 секунд дальше подлетная. 50, вправо 30. Принял. Дальше 50, вправо 30. Обратите внимание, я произвожу подтверждение той информации, которая мне поступила. Это важно. Потому что в процессе боя бывает так, что связь барахлит, информация может пройти с искажением, то есть всегда обратная связь. Вправо 50, дальше 50, вправо 30. Так, вправо 30, то есть 30 тысячных мне нужно сделать вправо. Раз десяток, два десяток, три десяток. Зафиксировали, расслабили стопор горизонтальный навод, восстановили точку прицеливания на веху. Есть. Дальше 50. Сразу же 50 делим на 2,7. Получилось 18 тысячных. 18 тысячных, если у нас дальше ушло, значит, нам нужно сделать, по сути, АГС, чтобы выстрелил ближе. Мы прибавляем 18 тысячных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. И поднимаем АГС до того момента, чтобы пузырек опять у нас попал в уровень. Это все показываю медленно. Вообще, по сути, это все нужно гораздо быстрее делать. И уровень горизонтальный. Куда у нас пузырек ушел, туда тонкую наводку и крутим. Все, АГС готов, корректура введена. Корректура в угломер введена, корректура в прицел по дальности введена. Производится опять очередь и опять производится доклад. Все это будет повторяться до тех пор, пока мы не попадем в цель. Дальше дается команда уже от командира, огонь на поражение, полную улитку стрелять, либо также короткими очередями. Все по ситуации. Помните, что в процессе стрельбы нужно постоянно наблюдать в прицел, восстанавливать точку наводки, так как происходит проседание задних лап из-за того, что отдача практически вся идет на них и вбивает в землю. И тем самым у нас АГС заваливается чуть назад и начинает стрелять ближе.
Если при настильной стрельбе у нас от отдачи ствол поднимается и вок летит дальше, то при мортирной стрельбе ближе, что намного опаснее, можно накрыть своих. Это постоянно нужно контролировать. Мы кратко поговорили о способах ведения мортирной стрельбы. Вот, как мы и говорили ранее, сейчас переходим к определенным нюансам. Первый нюанс заключается в том, что заводить АГС при мортирной стрельбе нужно заблаговременно. То есть в таком положении заводить его запрещается, так как тросик пойдет на излом, нормального заряжания не произойдет, произойдет утыкание, скорее всего, и в хреновом вообще случае произойдет обрыв тросика. И тот вариант хреновый, как бы. Второй нюанс, важный тоже, особенно в боевых условиях, не так вот на полигоне. Нужно следить за количеством вогов в улитке. То есть мы стреляем, стрелок АГСа примерно хотя бы рассчитывать, сколько вогов он выстрелил. Для чего это нужно? На последних 2-3 вогах, которые остаются в улитке, улитка по возможности не достреливается. Открывается крышка приемника, снимается улитка, вок у вас остается в стволе. Присоединяется следующая улитка, точно таким же образом, как и первая. Но уже нам взводить его не нужно, у нас уже вок в стволе. Так называемая тактическая перезарядка на АГС. Она очень сильно экономит время при работе с АГС. Также это используется в моменте, когда, например, вы стреляли, цель поразили, вам сказали стоп, огонь, все. Вы стоите, у вас улитка уже неполная, но дальше работа может снова появиться, и вам нужно подготовиться, чтобы у вас максимальное количество боекомплекта было. Снимается неполная улитка, ставится полная, неполная добивается вогами, которые находятся в цинке, например. То есть пополняется боезапас, чтобы постоянно у вас был резерв для работы. Третье, очень важный момент. Нужно обсуждать заблаговременно с корректировщиком способы корректировки. Часто бывает такая херня, что ты думаешь, например, АГСник, что он тебя корректирует от цели. То есть он тебе говорит разрыв, куда упал от цели. А он тебе говорит, куда тебе типа нужно стрелять. И получается непонятки, он тебе говорит 50 дальше, то есть натягивает так называемое на цель. А ты думаешь 50 дальше от цели. И у вас, блядь, вы никогда не попадете, когда вы, ну, не согласованы. Заблаговременно это обговаривается. То есть, как будешь корректировать? Север, юг, запад, восток? Или ближе, дальше, лево, право? Это первый момент. Второй момент. От цели или на цель? Это тоже второй момент, вот, который нужно с корректировщиком обсудить. Итак, ребят, что я могу вам сказать по поводу АГС? АГС на самом деле это серьезное оружие, которое выполняет, по сути, массу задач. Подавление, прикрытие, сковывание противника. Вещь на самом деле серьезная в умелых руках. Но нужно понимать, что в данном видео всех нюансов, всех тонкостей, прямо, блядь, всех, я рассказать, ну, физически не смогу. Это серьезная вещь, которую, по сути, при мортирной стрельбе особенно, нужно учиться. Когда есть свободное время, читайте наставления по АГСу. Много нового, интересного тоже узнаете, подчеркнете. Не нужно останавливаться только на роликах в Ютубе. Развивайтесь. Чем вы лучше будете знать свое оружие, тем вы больше будете в нем уверены. И реально будете поражать цель, а не просто стрелять в направлении противника, как обезьяна. Наша задача его реально поражать и уничтожать. Ну да и все, наверное. Приготовились к мортирной стрельбе. Опустили штопор. Поднимаем по вертикали. Так. Уровни выставил. Зафиксировал штопор. По вертикали выстроили. Расслабляем горизонтальный стопор. Наводим на веху, которая у вас стоит от 25 метров. Так, вижу. Навел. Фиксируем. Подводим горизонтальный уровень тонкой наводкой.
я смотрю на уровень и тонкой наводкой его подвожу. Ребят, сейчас мы поменяли позицию для работы мортиры. Сейчас мы вам покажем работу АГС в сопряжении с вами. Сейчас мы будем работать с корректировщиком. Даю еще 3, подлетная 27. Да, принял. Три пошло. Сейчас у нас должны видны быть разрывы. Оператор БПЛА внимательно наблюдает. Есть разрывы. Давай, лево. Лево 30. Так, сейчас мы ведем мортирную стрельбу по цели удаления 1320 метров. Счастливый, делай поправку, угломер, тебе говорил, влево, угломер влево 20, угломер влево 20. Работает тройку. Архип Веному работает тройку, подлетная 27, наблюдайте. Архип, да. Также у нас наблюдает сейчас птичка. Работаем, 3 выстрела. Проверил. Вертикальный, горизонтальный. Проверил, нормально. Все. Наблюдаем. Уважаемые стрелки, сейчас мы, получается, попали в круговую цель на рубеже 150 метров. Птичка нам это все показала, но, к сожалению, камерой мы нормально это все показать вам не можем. Сейчас, получается, на расстоянии 1300 метров мы полноценно отработали. Дорабатываем улитку, идем дальше. Отрабатываем улитку. Корректировщик у нас наблюдает. Птичка у нас висит. Подлет 27 секунд. Добиваем улитку. Работаем. На АГС я не наваливаю. Птичка у нас выстроилась. Сейчас, если камера полноценно передаст, то получается у нас, как и по рации, корректировщик нам скажет обратную связь. Также мы сами птички конкретно увидим наши разрывы. Контакт есть. К сожалению, птичка нам это сейчас, у нас камера не может полноценно передать. Но разрывы четко здесь оператор БПЛА видит. Уважаемые стрелки, идем дальше. Подводим итоги по работе с АГС-17. Веном, тебе слово. Что мы сегодня сделали? Ну что, мы сегодня разобрали стрельбу настильную стрельбу и способ стрельбы мортирной. Разобрали способы корректировки и некоторые нюансы при работе в принципе с АГС-17. Настильная стрельба, я тебе хочу сказать сразу, она, конечно, легкая. Ты видишь, когда ты цель видишь, ты как бы легко и непринужденно, как я это говорю, в принципе, смотришь в оптику и работаешь. Особенно, если у тебя прицельная дальность 100 километров, полноценно видно. А вот мортирная стрельба, она, конечно, довольно-таки сложная. Что тут еще посоветуешь? Потому что мы даже в одном видео все не сказали про мортирную стрельбу. Я бы хотел посоветовать ребятам постоянно изучать наставления по АГС. Как бы это просто ни казалось, читайте наставления, потому что много информации уже давно все описано. Все рассказать в одном видеоролике невозможно.
Чем вы лучше будете знать АГС, тем эффективнее будете поражать противника. Уважаемые стрелки, сегодня максимально вам показали тактико-технические характеристики, практическую часть, какая наводка бывает, все объяснили. Четко рассказал у нас, получается, боец Веном. Так что век живите, век учитесь. С вами был инструктор Счастливый. Всем пока!